12 июня мы отметим День России. Накануне юные видновчане стали участниками танцевального флешмоба, приуроченного к национальному празднику. Ребята из лагерей дневного пребывания собрались у кинотеатра «Искра» и все вместе исполнили танец под песню о России. Общий танец задал настроение предстоящему празднику, который в нашей стране отмечается с 2002 года и стал уже народным.